видим, дорогие друзья, эта река Чулышман впадает в Телецкое озеро. После наводнения на озере видно большую муть. Здесь у нас священная гора Алтын-Тул и гора Туалок. Я в Беле. Потому что если эта улица Садовая, то по-нашему, по-петербургски, она должна выводить на Сенную. Здесь стоит конь. Обратите внимание, здесь покосилось немножко, но вот видно глаза, нос, рот, руки. Это памятник древней тюркской культуры Кызылташ.